Депутаты Совета депутатов во главе с председателем Совета Владимиром Ружицким посетили офис Люберецкой службы 112 и провели работу системы «Безопасный город». Подробности визита в следующем материале. В ходе визита депутаты и руководство ЕДДС обсудили перспективы развития самой службы и системы «Безопасный город». Количество камер видеонаблюдения в округе ежегодно растет на 10%. Скоро будет 10 тысяч. На улицах для оповещения населения установлено 17 сиренно-речевых узлов. Задача на ближайшие годы число приборов удвоить. Работать, развиваться, повышать качество обслуживания населения и делать все для того, чтобы люди знали и были уверены, что служба эта нужна, служба полезна, и она позволяет людям решать все те их сложные задачи. В этом году пропорционально росту задач, возложенных на службу, ожидается и рост численности сотрудников Люберецкой ЕДДС. Необходимо увеличить фонд оплаты труда. Виталий Богданов попросил депутатов оказать содействие в вопросе финансирования. В очередной раз могу сказать только спасибо за то, что администрация городского округа Люберцы, Совет депутатов городского округа уделяют нам постоянное внимание, проявляют заботы и интересуются нашей жизнью. В завершении визита депутаты посетили оперативный зал 112. Двум сотрудникам Владимир Ружицкий вручил благодарности Совета депутатов за высокий профессионализм и добросовестный труд в системе ЕДДС. Награда нашла героя, я не знаю, чем это вам поможет, но, по крайней мере, для морального какого-то удовлетворения возможно. Да? Вам спасибо за труд. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.